А где мы еще не были? Вот тут, что ли? Блин, как же меня задолбал тот чувак, а? Как же стрёмно-то, а? Тут все такое опять темное. Йоу. Ладно, пока. Не будем с ним что-нибудь там говорить, им делать. Пока что просто... А, вот, кстати, бутылочку. Я предпочитаю для экономии патронов использовать бутылки. Правда, я кашу с них немного. Так, вот здесь есть патрончики. Ой, блин, рановато даже чуть-чуть сделал. Вот куда я спешу? Да, она реально быстро. Очень быстро все. Так, нам наверх. Посмотрим, что там. Блин, это ловушка, что ли? Так. А, ты... Твою... Какого хрена? Почему он не поджег его? Эй, это не наш случайно напарник? Я думаю, нет. Ёп. Иди, иди. Твою дивизию, а? Он еще и бегать хочет. Старин циферблат от 0 до 24. Так, нам надо сейчас... Патроны трачу на них, а? Так, а чё тут? Угу. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать, запомнили? А, там в книжке около сейфа было какой-то, ну, написано что-то типа... По-моему, вот описывалась как раз-таки та самая картина, то есть там было написано что-то, такое-то количество людей там, такое-то количество там. Описал, конечно, я зверский, я думаю, ничего не поняли, но я примерно понимаю, это все загадки какие-то. Так, это нам не надо, у нас вон топор есть. Так, а что тут у нас, подождите-ка. Так, тут у нас, ага. Ну, мы сейчас, смотрите, мы либо... Да, я знаю, что мы сейчас делаем, мы... Сейчас. Как же ты меня заколебал, а? Твою дивизию, вот он здесь. Ёп! Блин! Твою дивизию. Блин. Как так? Да он... Ладно, давайте работать быстрее. Так, мы уже знаем, блин. Суп, ты меня... Блин, ну... Так, все. Собирай. Так, берем бутылку. Все, и быстро, быстро. А то еще опять этот лох. Куда идти-то? Так, ну все, мы здесь типа посмотрели. Все, отлично, и погнали наверх. Только быстро. Максимально быстро. Интересно, а он здесь будет? Блин, что-то как-то я не очень хорошо справляюсь с данной задачей. Ой, блин, меня эта игра изведет. Так, надо... Хм. Кстати, зомбарет. Ах ты, тварь, вот он где. Так, их 11, я помню.
Офигеть, еще не пробил. Так, мы все с этим посмотрели. Так, перезаряд. Берем топор. Да, против этого чмыря нам ничего не под силу. Ой, блин. Так, смотрим. Так, я уже не комментирую, у меня просто уже дыхания не хватает комментировать, то есть это такая жопа. О нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как не нравятся мне такие места. На данный момент они замкнуты какие-то. Мне это ничуть не нравится. Так, стоп. Нельзя, что ли? Ой, ё. А, давай, иди сюда. Фух, я снова видел ее там, в конце коридора, как всегда, прекрасный черный волос и все такое. Так. Описание. Этого урода, который за нами, блин, там, пугает нас, шутит с нами, так сказать. Играет. Так, здесь вроде ничего нету, да? Здесь, надеюсь, тоже. А вот здесь есть спичечки. Как раз прикурить надо, а то... С этим чуваком мы вообще тут с ума сойдем. Так. А, вот. Так, ну здесь вроде... фрагмент, ну ладно. И кто ржет, а? Так, вроде ничего. Блин, да вы охренели, что ли, пугать? А, патрон не потратили, заметили? Ребят, ну... Ничего. Хм, здесь тоже. Так, а здесь? Здесь есть шприц. Вот и ключик. Отлично. Так, ну, надеюсь, сейчас Рубик за нами не погонится, да? Это будет не очень приятно. Так. Ага, опять снова наше испытание. В принципе, мы знаем, что делать, да? Отлично. Продолжаем. Ну, 12, тест 75 миллилитров, ничего не взяли, А2. Центр эмоций памяти, а также страха. Ци память. Эх. А2. Подопытный, что я... Так. Subject number 12. Test 71B. Replacement A2. Stimulation. А2, это у нас. Вот здесь. Да, где-то? Так, если я не ошибаюсь. Ну вот тут где-то попробуем. Пожалуйста, пожалуйста, правильно. Да! Я угадал.
Ну, я так думаю, что я угадал. Теперь самое главное нормально там вернуться назад нам, да? Надеюсь, я все правильно сделаю. Какого? Ну, ребята, ё-моё. Я чё, на контрольных точках проходить буду? Какого хрена он там оказался? Вы чё, гоните, а? Так. Чё-то я подыхать стал часто. Чуваки, так не годится. Так, я там всё разобрался вроде, да? Да, вот. Какого хрена вообще произошло, блин? Ну-ка, давай. Ну ладно, зато, смотрите, он нас сливает, да, и мы, как бы, возрождаемся, его нет уже. То есть, в чем-то даже плюс. Ну, подумаешь, замочили один раз. Ну ладно, бывает. Блин, как бы он сейчас не вылез. Не, вроде нет. Ну, вроде бы его нет, да? Ладно. Так. Берем. С нее даже что-то выпасть, нет? Ну да. Так, стоп. Так с него все и выпало. Нормально. Чё где-то один. А я знаю, где еще один. Он, наверное, там в сейфе. Помните, там сейф был какой-то? Или дверь, я не знаю, что там. Так, что тут у нас? Так, несмотря на сегодня пожар, маленькая девочка в огне дыму. Ага, вот тут читайте. Очень все интересно. Ну, мне так кажется. А я пока что сохраням бы сделаю, а то вообще что-то как-то не то. Я знал. Так. Я надеюсь, что сохранится, может быть, после того, как я, значит, третий мозг там что-то сделаю с мозгом там третьим. Надеюсь, потом, может быть, еще сохранится. Ну, здесь же, в этом же месте, то есть его не уберут, это место. Точнее, знаете, так бывает, что стекло вот это вот исчезает после того, как я, допустим, вот первый раз сохранился. Второй раз прихожу, уже нет ничего. Ни стекла нельзя сохраниться. Бред несу иногда какой-то, да? Так, качнем, пожалуй, сейчас мы пушечку. Емкость магазина мы умножаем до 6. 4000. Да, круто. С агонией. Время перезарядочки мы увеличиваем. Нет? Или не надо? Так, время перезарядки, критическое попадание, дальность. Так, это не то, множитель урона. Смотрите-ка, на дробовичок можно еще качнуть. Так, ну нам пока это не нужно. Емкость магазина. Не, давайте в запасы. Патроны для пистолета. Качнули. Так, а что-то мы с вами хотели качнуть. Что-то, по-моему, здоровье, что ли, или... Блин, я не помню, честно. Болты агонии. Так, это все, гранаты, шприцы...
Значит, патрон у нас для винтовки 8 будет, для дробовика максимум, для пистолета будет 50. Это обойдется в 10 тысяч, а для винтовки в 3 тысячи. И можно качнуть для пистолета. С другой стороны, зачем? То есть мы можем качнуть больше даже сил, но лечение шприцами 5000. Здоровье. Так, 10 тысяч. Либо, смотрите, либо здоровье, либо для пистолета. Так, ну что, будем? Множитель урона, либо... Множитель урона здесь не хочу. Хочу, может быть, здесь. Емкость магазина. Так. Конечно, может увеличить урон. 4,5. Увеличивает урон. А пофиг. Всего лишь игра. Так, и... все, сойдет. Что-то мы многовато накачались, по-моему, да? Так, ладно. Так. Перезаписать. Да, перезапишем, что нам. В принципе, нормально. И сейчас пойдем, наверное.